Я как краса. Я про себя. Волосы покрасила, девочки. Ну не могу, чтоб лоб особенно намазать. И уже вот этот, чем краску разводят? Не знаю, я девочка, у меня с памяти что-то не то. Оттирала, оттирала. Ну ничего, отмоется. Зато волосы покрасила. Сегодня планирую варить борщик. И поставила сейчас там, пока бульончик отваривается, так на медленный огонь. Владику сказала, говорю, ты присматривай, чтобы, если что, нужно сходить за сметанкой. Какой-то борщ без сметаны, правильно? Поэтому сейчас пойду куплю сметанку и будем с вами сегодня варить борщ. У, какая краса! Я уже не про себя, я про цветочки. Сегодня такая солнечная погодка, хотя ночью и дождик прошел, и такой классный свежий воздух. Я в Сельпо решила за сметанкой сходить, чтобы недалеко. Арбузики уже поразбирали чуть-чуть. Так, бананы по 44. А мне нужна сметана. Так, сметанка, сметанка. Сметанка. А, вот еще. Наверное, большую буду брать. Ну, в смысле, не в маленькой упаковочке, а в большой. Беру только сметанку. Только. Взяла сметанку и бегом домой. И сейчас я так делаю покупки. Нужна сметана, значит, только сметана. А раньше бы якісь бы тиндики, миндики б точно купила. А вдруг то захочется, а вдруг это. Сейчас нет. Только нужное. Так, такая красивая белая сирень. О-о-о. Бульон особо не переживаю, потому что он так еле-еле млеет. Но все равно бегом-бегом не могу, когда что на плите без моего присмотра что-то. Хотя Владика дома. Так, дела домашние, дела житейские. Варим борщик. Достала перец замороженный с морковкой, пусть немножко размерзается. Цибулька поджаривается. Тут уже бульончик сварился. И варю ж с этого буряка борщевой. Видите, какой светлый борщик получается. Но у нас он будет красный. И с молодой капусточкой. Так, добавила томат пасту, развела водичкой, сушеный чесночок, перчик молотый. И сейчас будем это все дело добавлять в борщик. Смакота, смакотень. И сразу борщик стал каким? Красным. Да-на-на. Так, ответственный момент. Момент. Все, гляньте, какой борщик вкусный. На вкус вкусный. И по цвету мне нравится. Сейчас капусточку сюда. Вот. И буквально только закипит, сразу выключу, потому что капуста молодая. И зелень уже буду потом в борщик сам добавлять. Девчонки, готовьте. Девчонки, своим мальчишкам готовьте. И тем более себе красивым. Сегодня с утра одни планы были. И вот как-то живешь вообще не по плану. Что я сегодня еще делала? Постельное поменяла. Постельное у нас просто с резинкой.
Говорю честно, я не совсем умею ее натягивать. Так как я ее натягивала, это была хохма. Вот это нужно и было записать. Посмеялись бы все вместе. Ну, ничего, как-то научусь. Хотя у нас они уже довольно-таки давно. Когда мы их покупали, ссылочка сейчас будет вверху. Кому интересно, посмотрите, что за просто никак. И тут звонок от Катюшки. В общем, она сейчас смотрит, когда есть ближайший билет в Киев, и я еду в Киев. Он, Катюха, сообщение шлет. Звенит, отвлекаюсь. Сейчас посмотрим, что там ребеночек написал. Да, сейчас. Есть билеты, поэтому следующее видео уже будет с Киева. Это она мне сбросила, она купила онлайн и мне сбросила в Телеграм вот этот электронный билет. Буду ехать Интерсити. Интерсити, кстати, от нас уже запустили. А то не было. Ну, по чуть-чуть, да. Что-то возвращается, но ты понимаешь, уже та жизнь, которая раньше была, уже не будет, немножко будет по-другому. И что хочу сказать, вот как-то пришло на ум, когда я говорила, не только берегите себя, но и сохраните себя. Отвлекаемся и на цветочки, и на то, и на сё, потому что в будущем, если мы себя не сохраним, я не знаю, как это выльется нам. Поэтому начинаем уже прямо сейчас это делать. Ладно, мои хорошие, я буду собирать чемодан. Еду я ненадолго, я сразу говорю, я не знаю, как, ну, может быть, не каждый день будет видео выходить. Ну, поживем, увидим, как оно будет. Ну что, пожелайте мне хорошей дороги, без сирен, без приключений. Я думаю, что все будет хорошо. Все, нет, у меня горло запершило, честно. Улыбаемся сквозь слезы и держимся достойно. И все будет доброе.